Приветствую всех. 1 апреля 2024 года проиндексируют социальную пенсию на 7,5%. В 2023 году индексация составила 3,3%. Размер социальной пенсии с 1 апреля составит 7689 рублей 85 копеек. А средний размер социальной пенсии с учетом пенсии, опять же, по потере кормильца, по инвалидности, составит по Российской Федерации, по данным соцфонда, 13455 рублей. Социальную пенсию оформляют те, кто не может оформить страховую пенсию в связи с отсутствием стажа или пенсионного коэффициента, и оформляют ее на 5 лет позже, нежели страховую. То есть женщина в 63 года, мужчина в 68 лет. Напоминаю, что иностранцы, у которых есть ВНЖ или приняты вновь гражданство, которые оформили пенсию в своей стране, а в случае отказа в назначении страховой пенсии, социальную пенсию оформить не могут.